Ребята, всем привет! Такое коротенькое видео. Вот остались остатки полиуретана у меня. Что делать? Вот, ну, залил формочку уже. И чуть-чуть осталось. Выливать жалко. Вот, взял, вот сделал такую штуку. Всем видно. Монетки, видите? Вот, взял монетки, засыпал их просто в квадратную рамочку. Полиуретан пока еще не успел взяться. И сделал себе вот такую формочку. Маленькую. Вот из остатков полиуретана. Формы две уже залил. Под верх смотрю уже. Ну, уже его некуда просто девать. И вот осталось у меня чуть-чуть. Вот сделал себе вот такую формочку. Остаются остатки гипса. Я сюда заливаю и все. Потом, например, чтобы тоже не выбрасывать. И вот так по чуть-чуть делаю вот такие вот все монеточки. Прикольно получается, они как бы смотрятся нормально, вот, смотрите. Пятерочки, десяточки, там рубли, двоечки. Вот. Это тоже вот стеночка, это у меня гипс, который достаю, ой, не гипс, а бетонная плиточка. Достаю, которую из формы, она вот, например, лопнула, когда при разопалубке я взял и просто вот выклеиваю себя тут перед столом. Там. Жалко выбрасывать тоже, получается ничего, а... Поломанную, конечно, ты ее никуда не денешь, а вот сюда пойдет. И вот такие монетки. Я просто про монетки хотел. Вот взял, вот ее залил гипси, получается, вот в такой формочке. Потом обычной краской. Декор золотая. Вот так раз ее. Сразу проявляется. Она чуть подсыхает. И проявляется, сразу, смотрите, как блестит на свету. Сразу проявляются пятерочки, десяточки. Они такие ломаные, прикольные, как будто какие-то старая груда монет. Вот, вот такая плиточка получается. Просто так, просто засыпал их, чтобы полиуретан не пропал и все. Кусочек жалко было выкидывать, просто полиуретан в ведре, конечно, можно было оставить, потом оторвать, выкинуть, но вот у меня вот такой кусочек остался полиуретана, я залил вот, вот такие монетки. Это так, просто показал видео, что если вдруг остается полиуретан, и после каждой заливки остается гипс, и я его туда просто, ну вот, например, осталось там кусочки, ты уже убрал с формы гипс шпателем, и вот этот, вот это все раз сюда залил, сделал вот, вот такую формочку, и провибрировать не проблема, там простучал. И валяется у меня тут на столе. Когда заливаю гипс, ну, то делаю такие монетки себе. Всем спасибо, пока!